6 сентября на стадионе имени Классона прошел тур первенства Московской области среди детей. Команды спортивной школы «Вымпел» 2011-2012 годов рождения и 2010 года рождения принимали спортивную школу «Спартак Орехово» из Орехово-Зуево. Команда «Вымпел» 2011-2012 годов рождения одержала победу со счетом 4-0. Голы забили Никита Дмитриев 2 гола и Денис Мацков 2 гола. Поздравляем ребят! Вторая команда спортивной школы «Вымпел» 2010 года рождения обыграла спортивную школу «Спартак Орехово» со счетом 10-1. Голы забили Кирилл Васильев 1 гол, Максим Маркин 2 гола и Никита Хачко 7 голов. Молодцы! Команда студии «Брейк-данс. Люди ночи» приняла участие в дистанционном всероссийском творческом конкурсе «Мои цирковые каникулы», проходившем при поддержке Управления культуры и Организации досуга населения администрации города Ульяновск. Специально для конкурса танцоры подготовили и записали акробатические номера, которые они используют во время тренировок танцевальных номеров. Ребята все сами сняли, смонтировали и отправили.